В Петрозаводск прибыли новые автобусы для работы на пригородных и междугородних маршрутах. Около 200 миллионов рублей из резервного фонда правительства России были выделены на их приобретение по поручению Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия республики. На площади Кирова глава Карелии Артур Парфенчиков вручил ключи от новых автобусов водителям Карел-Автотранса. Автопарк пополнился тремя видами автобусов. Российские ПАС «Вектор Next» уже работают на пригородных маршрутах Карелии. Из Белоруссии прибыли автобусы МАЗ-203 и «Неманы». Последние будут обслуживать дальние междугородние маршруты в Костомукшу, Кемь, Пудож. А МАЗы предназначены для использования на пригородных маршрутах, например, на Кончезеро, Лучевое, станцию Шуйскую. Все машины приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан и инвалидов, оборудованные терминалами спутникового мониторинга ГЛОНАСС GPS. Здесь мы сегодня видим несколько видов автобусов. Это очередная партия. Всего должно поступить в этом году 33 автобуса. И этот процесс только начинается, потому что мы сегодня понимаем, что вот в такой системной, единообразной, современной транспортной инфраструктурой должны быть, в общем-то, обеспечена вся Карелия. Новые автобусы в три раза экономичнее старых. К тому же значительную часть средств ГУП «Карел-Автотранс» сэкономит на обслуживании техники. По словам руководителя региона, теперь перед правительством стоит стратегическая задача, чтобы через 5-6 лет все вопросы транспортной инфраструктуры были решены.